Че ты разлегся здесь, животное, а? Тебе не стыдно вообще? Ты че на кровать нассал, тварь? Тебе прорычи сейчас, блин. Чудовище мерзкое, блин. Ну тебе объясняют, рассказывают. Ну вообще не стыдно тебе, а? Тебе не стыдно? Кто нассал на кровать? Не стыдно? Хрена тебе не стыдно. Ты, блин, Харлей не кобель, ты сука. Такой. И снимай. Через сколько она приедет? Не знаю, через сколько машина там будет. Ты через сколько будешь готов? Ты же самый тормоз. Да я через 10 минут соберусь. Надо съездить, закупить все, что мне надо, блин. И все, я, короче, буду развлекаться. Да. Здравствуйте. Извещаем вас, что в соответствии с федеральным законом номер 324 вы имеете право на бесплатную юридическую помощь. Для получения бесплатной юридической консультации по любому вопросу прямо сейчас нажмите на кнопку 1. Я мало ем, у меня нету сил. Кого ты обманываешь? Саму себя, да. Мало наезд. А по мне не скажешь, что я много ем. Я хэппи, а она крейзи. Да. Все заснял. Ты где шлялась месяц, расскажи. Посмотри вот людям в глаза и расскажи. Я работала. Работала, дела делала, вопросы решала. А, все понял. Да, тележку нам надо взять. А у кого есть монеты? А. Поехали. Толстые упадут с неба. Мы их на потолок прицепим, приклеим, никуда не упадут. Да, они будут слишком толстые. Чем толстые-то? Они же здесь их 8 штук. Да. Че, тебе Миллер отжала, что ли, а мне? Она уже сосела. Нет. Да, угони. Спасибо. Ясно. Блондинка думает. Это несопоставимые вещи. У нас что-то скетч записывают. То есть ты пытаешься, объясни сейчас людям, пытаешься купить карниз, не зная размера окна, правильно я понял? Да? Да? Нет, я знаю размер окна, наверное. И какой размер окна? Я вспоминаю. А, понял. Ты-то какие стены хочешь? Хочу фиолетовые. Такие? Да. Точно. Ну пусть будет сиреневый. Пусть будет. Карай. Так надо большую упаковку. Конечно. Ну вот, посильнее разбодя, чтобы светленький такой был. Да? Ну берите такой, как карай. Раз, два. Да. Четыре. Что-то нам хватит, да? Должно хватить. Короче, я предлагаю одну стену. У нас зеленая, второй желтый и третий какой? Ксюша выбирала какой. Ну, сиреневый. Еще четвертая осталась. Ну там окно, там ничего все равно не видно. Будет белое. Короче, будет такое буйство красок, да? А потолок? Точно, давай потолок покрасим. Да, голубой. Ну, кстати, да. А почему нет? Точняк. И будет небо. Да, точно. Еще не хватало быть облака. Так, это мы берем. Облака? И солнышко. И солнышко? Да. Ну, блин, ты не дотянешь, там не рисовать ли. Валиком буду. Не дотянешь. Так, давай эту самую возьмем. Голубой надо, бледный. Не, ну синий, какой синий? Нет, вон там. Он темный слишком. Давай что-нибудь посветлее немножко. Не, это не то, это паста. Нам нужен колер. Убирай. О. А, нет, такой ты и брала. Там нет, ты смотри на один. Так, а с белым, допустим, нельзя?
Так его с белым разводишь. Кстати, да, вот. Голубенький получится. Может, полностью он и выглядит синий, но в реальности он голубой. Берем? Да. Вот все? А вон кстати. Ты его попу снимаешь? Да. Заметь, это ты сказала, не. Влажные салфетки. Звучит, ты да? Ты же сексуальный, скажи. Я не могу, давай ты. Скажи, скажи, влажные салфетки. Прочитай. Не, влажные салфеточки. Молодец. У нас нет выбора. Мы едем туда, куда нас везут. Подписывайтесь на канал. Следите. Куда нас отвезли? Да. Дари медведя. Нет, я сниму шкуру. Мне подарок. Ну и что? Мы с него шкуру снимем и сделаем мне ветрозащиту. Можно лапку? Да. Да. Мне подойдет. Пушка. Инвалид. Дизлайк. Еда. Мы пришли с едой. Помог нравится. Мне. Ну, у меня бывали моменты, но идет, но он вообще не нравится. Очень приятно. Бон аппетит. Вот как надо есть. Молча, тихо и быстро. Чем ты трубочку загрызла? А мне зато нравится пить. Увидимся в воскресенье. Обязательно приеду, покатаю. Дату и год назови, пожалуйста, этого воскресенья. А когда это будет? Какое-то... Вот, началось деревне утро. Знаем мы ваше воскресенье. Это будет 9 октября 2016 года. Привет. Но мне сейчас снимать папарацци, секреты рассказать не могу. Снимает меня папарацци. За 100 долларов в час. Ну так, относительно. Я тебе... Ну, сейчас срочно что-то, да? Угу.